можем ли мы различать во имя того, чтобы развиваться в правильном направлении и расти как следует, различать то, что происходит сейчас, и сказать, эти воды такие, эти такие. В нашем мире. Сейчас есть воды в Нью-Йорке. Ну. И машины плавают. Что это за воды? Как корень ветвь — это вода гвурот. Да, разумеется, но ты видишь, мы можем даже там слышать о различных людях, которые чувствуют себя так или иначе. Есть воды Меривы, воды Соры, есть воды мутные, есть различные воды Гвурот и так далее. То есть каждый чувствует силы природы иным образом. Это уже относится к управлению душами.